днем защиты наших дедов, милых ангелочков, наших сладеньких конфеток, дочек и сыночков. Большой, не шути, звоночка не страшен и шуток не понимаешь. Сегодня в Международный день защиты детей взрослые смогут вспомнить детство. Мастер-класс. Медаль. Лучше всех. Изготовление медали из картона.
Сейчас на счет раз, два, три мы бежим до обручей. Ты в синий, ты в зеленый, а я оббегаю эти обручи. Если вы победите меня, то считайте, что вы чемпионы. Да, не знаю, может быть, конечно, и у меня получится победить, но пока ничего не знаю. Готов? Да. Что делается? Главное, чтобы держать. Молодец! Напомни, как тебя зовут. Варя, Варя, ты лучшая. Но мы должны дать шанс. Давай. Мне еще раз. Бежим в обратную сторону. Попробуй. Стойте, стойте, на счет три. Куда? Да? Готовы? Итак, готовы на счет три. Один, два, три. Побежали! Получаем сегодня необыкновенные подарочки. Все, можно выходить. Из наших сапогов. А, аккуратнее, аккуратнее. Еще один подарок. Давай мы покажем его. Вот такой необыкновенный подарочек у меня для вас есть.
Подходите чуть-чуть поближе ко мне. Смотрите, сейчас все будет очень-очень просто. Специально для вас музыкальные композиции из мультфильмов. Просто там самые лучшие детские песни. Подождите, руку поднимать. Что мы за песню загадали для вас? Но, тем не менее, как у нас, кстати, Влад, дела с музыкальными композициями стоят? Готовы? Отлично! Давай первые ноты, ну там я тебе говорю, стоп, ты останавливай, ладно? Потому что если балл заработает, тому отдам подарок. Подарок один. Балл тебе! Это действительно школьная песня, но если быть точным, правильное название именно такое. Учат в школе. Верно, правильно.
нажимай, нажимай на кнопочки. Там, да? Родителей отпраздновать день рождения, весело провести выходные или организовать.